Ребят, привет, с вами Игнат. Сегодня, как вы поняли из названия ролика, я хочу сходить к тому пляжу, который мы отстаивали зимой, весной вернее, на Нарышкинские камни. Посмотрим. Ну, что я понимаю, что там смотреть нечего, просто нет решетки, но все равно надо удостовериться своими глазами. Время сейчас 7 часов вечера, сейчас, скажем так, 20 числа июня, и хотелось бы показать, сколько же там народу на аллее. На аллее я посмотрю прям так, когда пойду уже назад сниму, по низу сниму, я имею в виду камеры сниму. Сейчас я хочу взлететь хочу я с этого поля, и посмотрим с вами, сколько же там народу на аллее, с чем народ занимается, коль есть такая возможность, есть парк, и тут такое поле хорошее для взлета, грех этим не воспользоваться. В общем, начинаем, полетели. Что-то, когда смотришь со спарка вниз, кажется, что мало народу, а так я говорю, там прям смотришь, аж кишат народ, дети играют, катаются. Ладно, на обратном пути, говорю же, посмотрим так снизу. Я опять снова иду через свое любимое место. Вон люди гурьбой как с пляжа идут, накупались. Дети с матрасами, взрослые мокрые. Вон как, ребята, уже закат почти, тут солнышко уже скрылось. Я вот такое время суток больше всего люблю, когда уже не жарит. И, кстати, да, мы были тогда правы, на пляже поставили огромные-огромные горки. Вон они. Я же вам, ребят, забыл рассказать сплетни, это самое главное, какие я тут услышал по поводу реконструкции пляжа. В общем, говорят, что вот тут будут волнорезы. Будут волнорезы. И полностью все это будет отсыпано галькой. И будет вот такой огромный-огромный пляж. Он, в принципе, и так огромный, но используется только малая часть его. А так-то пляж огромный. Кстати, там в Коцевеле я тоже говорил, булыжники. Это, наверное, тоже они, чтобы не размывало берег. Я так думаю, там неспроста эти булыжники, как и тут натаскали, там и так. И там, наверное, их скидывали тоже. Так что вот такие сплетни я слышал. Будет к 2020 году вроде как. И волнорезы тут. И все отсыпано галькой. И прям широченный пляж. И вообще будет... И так супер, а будет вообще супер. Видите, пробует, похоже, горку надувает.
Вроде бы как такая и была. Ну, вроде была одинарная, сейчас двойная. Вот, наверное, была вот эта, которая сюда ближе. А стала вот такая. Вон сколько сейчас времени? 19:30. И вон люди купаются. Вон, смотрите, тоже можжевельники, как в Коцевели. Видите? Висят уже тоже, еще чуть-чуть и долбанутся. Как я этого раньше не замечал, пока не увидел в Коцевели и не замечал этого. Загорают, купаются люди, молодцы. Во всех кафешках вытащили телевизоры, повесили огромные. Все сидят, пиво пьют и футбол смотрят. Все 33 удовольствия. Море, футбол, пиво. Вот он, этот пляж маленький с мини-дивой. Сегодня я сюда не пойду. Я все никак не дойду до этого пляжа. Вышел уже, наверное, часа полтора как иду. И все никак не дойду. То там постою, то там посижу. Вот как зимой я, да, снимал тут. И плюс к плющу еще и эта зелень, которая летом распускается. Вон что. Смотрите, даже тут сделали палатки. Или это кемпинг. Кто-то живет тут в кемпинге, что ли? Не буду показывать номер машины. А это, короче, с Ленинградской области. Представляете, машина стоит и кемпинг такой крутой. Круто. Здесь я бы тоже так хотел. Ну, вот даже отсюда видно, что дети там бегают. А это значит, что там все открыто. Ну, мы должны подойти прям близко-близко посмотреть. Там собачка бегает, плавает за палками. Лестница к морю. Вот она, эта речка-вонючка. Смотрю я туда. И даже не верится, что там какие-то заборы были зимой. Ну, мы же видели. Но мы же их видели. Смотрите, как все заржавело. Ну вот, видите, мужик туда залез, никаких заборов нету. Ну, заборы, в принципе, бы мы и так увидели. Там забор новый поставили. Рыбаки сидят. Вот, ребята, нет забора. Круто. Тут хорошо так нырять с этих камней. Они были отгорожены. Это нехорошо. Как же круто, что его открыли. Маленькая хоть, но все равно наша общая победа. Я там сидел недавно на набережной. А там в кафе обсуждали петицию, эту, которую я создал. Парни говорят, мы подписывали петицию, из Питера прилетело, чтобы забор этот убрали. Круто. Круто. Вот тут сейчас покажу, была такая каменистая лестница. Ее они сбили вот здесь, видите, похоже, попросили их вернуть лестницу назад, и они сварили вот такую лестницу. Видите, как огородили забор, какой новый большой поставили. Там были возможности попасть в парк. Теперь уже в тот парк не попадешь. И, по-моему, они туда не пускают уже, в этот санаторий. И, ребята, вот возле площадки для танцев. Хочу еще раз ее вам показать. В прошлом году я так это... Там у меня есть видео семьи за пределами аллеи.
Для меня это тоже было открытие. Все эти площадки, данс-площадки. Тоже ж в основном по центральным улицам. А тут еще вон что есть. Ну, как я и ожидал, тут все открыто. Летняя сцена такая. Круто, видите. А тут кафель. А, вот, спуск. Тоже, да, такое? Такая площадка большая и пустует. Где бы можно было летние дискотеки делать, кому за. Ведь много бы желающих, наверное, пришли бы. Поплясать бы пришли. Вот это что за помещение, интересно. Туалет, что ли? Да нет. А это, наверное, просто гримерки какие-нибудь, может, были. Где перед танцами прихорашивались дамы и кавалеры. Круто. Кружились раньше тут люди в танцах. Ребята, слышите, юг-юг, музыка играет, люди ходят, музыка играет. Вон сколько народа, там какой-то художник что-то рисует, я даже сверху видел. Мне так нравится тут с вами, ребят, прощаться, чтобы вы видели тоже этот закат, как и я. Ребят, все, лайкайте ролик, если вам понравился. Я старался, летал, снимал. И подписывайтесь на канал, если смотрите без подписки. Спасибо большое за лайки, за подписки вновь прибывшим. Ну а тем, кто меня давно смотрит, отдельный респект. В общем, все. Еще лайкайте видео. Смотрите, мяу пришел. Кс-кс-кс-кс. Ты такая ласковая, котя. Там ласточки в подъезде живут, это котик шугает ласточек. Все, в общем, затягивается прощание. Подписывайтесь на канал, лайкайте видео. С вами был Игнат. Пока-пока.